Всем привет, это подкаст Europe Design. Сегодня 1 августа 2016 года, выпуск номер 92. Всем привет. Время без 10:10 по Челябинску. Сегодня мы хотели бы начать тоже с europedesign.ru, с сайта, как мы обычно начинаем, но теперь новиночка. У нас на europedesign.ru есть раздел книги, представляешь? Я просто... Самое смешное, что этому разделу уже почти месяц, но только сегодня мы с тобой почему-то договорились про него поговорить и объяснить. Сегодня мы решили презентовать для самых таких любопытных. Возможно, никто не видел его, а теперь все заметят. А еще кроме этого, я вам напомню... Ну, я просто показываю здесь для наших зрителей, а наши слушатели, просто представьте себе наше горизонтальное меню сверху, и там есть кнопочка «Книги», и там прям есть листинг книг. И вообще, вот скажите, что об этом думаете, и да, тут Никита вам дальше еще скажет, что делать. Мне даже интересно, не только думаете, но вы вообще читаете эти книги? Вообще пробовали читать книги, которые мы выкладываем, допустим, в паблике, делимся? И вообще пробовали читать вот именно о Иле? Как вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вторая новость, как мы обычно ее говорим, это уже даже и не новость стала, а вот в сайдбаре нашего сайта, вообще на любой странице, можно найти темы к ближайшему подкасту, пост, в котором можно предлагать свои темы к ближайшему подкасту, соответственно. Да, ближайший у нас 93-й здесь, судя по заголовку, и можно уже предлагать здесь форма «Добавьте комментарий». Нам же много кто предлагает, мы очень рады, счастливы, и будем сегодня рассматривать в конце выпуска, поэтому обязательно не переключайтесь. Да, кстати, если у вас по-прежнему есть какие-то возражения, пожелания по поводу того, какие еще разделы добавить на сайт, может быть, что-то вам не бросается сразу в глаза, но вы знаете, что оно есть и хотели бы, чтобы это было как-то спереди, on the front view, так, то есть еще одна форма, которую можно заполнить, называется «Свяжись с нами», и она доступна по ссылке «Контакты». В этом же главном меню здесь есть всякие темы, поэтому пишите, мы это все читаем, всем отвечаем с нашей корпоративной почты, поэтому да. Я еще, знаешь, последнюю вот сейчас хотел бы такую экспромтом темку затронуть. Мы с тобой как бы не разговаривали до этого об этом, так скажем, о том, что мы это проговорим в подкасте, но хотелось бы спросить по поводу того, что мы вот сейчас хотим замутить Patreon, если вы знаете, что это за сайт, и что там размещают, что хотят, то кто в теме, напишите, что можно было бы... Какие такие, так скажем, goals, цели на Патреоне разместить, чтобы... И какие награды, что самое главное. Да. Потому что goals-то это не так интересно, а вот да. То есть я сейчас прям зашел на Патреон. Мне, к сожалению, показывает наш пустой ювеб-дизайн. Мы его заполним обязательно. Поэтому помогите, кто в теме, что такое Патреон. Кто не в теме, прочитайте, кстати, нормальная тема. Да, этим сейчас много кто пользуется. Вот была раньше волна, так скажем, Kickstarter звезд. А теперь есть, видимо, некая волна патреоновских звезд. Я вот сейчас смотрю... Мне кажется, патреоновские звезды более бомжи, такие как мы, например. Ну, посмотрим, посмотрим. Аманда Палмер собрала на свой альбом на Кикстартере, а теперь она финансируется на Патреоне, например. Поэтому, знаете, это те же самые бомжи, только уже перетекающие. Поэтому... Да, я просто хочу сказать, что это будет... То, что там будет, какие цели там будут преследоваться, это, скорее всего, будет не по времени, как обычно, как на Кикстартере делается, а скорее всего будут цели какие-нибудь там создать цикл каких-нибудь роликов или один ролик какой-то создать, например. Да, да, пишите вообще, какие у вас идеи по этому поводу. И, кстати, я не знаю, мы будем ли какие-то с тобой анонсировать сейчас, что у нас сегодня Блиц-подкаст или нет. Я понимаю, что все по хронологии наверняка уже видят, что он Блиц. Он Блиц, и как вы могли заметить, то есть он будет не так много времени, как обычно, но я хотел бы сказать, что мы заполним эту пустоту в душах ваших тем, что уже записали подкаст про Warcraft на другом канале UVD Games. Он у нас на UVD дизайне тоже есть, я показываю для наших зрителей. Была 31 июля, то есть вчера, ссылочка на него. Куда катится вселенная Warcraft? Я думаю, даже те, кто не понимает про WoW вообще ничего, те, кто не шарит в Warcraft, абсолютно просто можете послушать наши сексуальные голоса. Да, ну мы еще в конце об этом скажем, а мы прям ныряем с головой. Дизайн. А, кстати, по поводу, почему у нас сегодня именно Блиц-подкаст, мы поговорим в темах слушателя. Давай. Если вдруг у вас как-то это проснулось любопытство. Первая тема у нас от Ника Бабича, как обычно, у нас прям такой флагманская тема все время. Блиц не Блиц, а Бабич будет. Да, а Бабич по расписанию. Кнопки в UI-дизайне. Эволюция стиля и лучшие практики. Как же мы будем делать кнопки? Ник нам пишет, что, в принципе, кнопка – это прям самый обычный такой каждодневный элемент дизайна взаимодействия, интерфейсного дизайна. И на самом деле выглядит кнопка очень просто. А давайте, говорит, задумаемся вообще о том, какие изменения она претерпела за последние десятилетия и какой UX она сохраняет по сей день.
Первое, это непосредственно про эволюцию. Ты вот, Никита, помнишь еще вот эти вот трехмерные кнопки, которые были с градиентиком, были представлены в 95-м Windows? Я вот, возможно, это хорошо или плохо, но помню. Да, кстати, я тоже помню, к сожалению. Я-то вот знаю, что плохо. Так вот, и она из чего состояла? Квадратная коробочка, потом градиентик внутри. То есть начинается с беленького такого и заканчивается сереньким. То есть левая и верхняя граница беленькие, а нижняя и правая серенькие. И большая тенька справа и снизу. То есть если прям вот рассмотреть по пиксельно, что называется, вот из этого она и состоит. Ну и, понятное дело, текст. Я так понимаю, и в 98-й какие-то вот были наследственные. Согласен, согласен. Оно выглядело все примерно так же. Ну, там, может быть, я не знаю, тень... Может быть, сглаживание шрифту добавили, как минимум. А то здесь прям вообще окей такой какой-то несимметричный. Еще верхняя у буковки К палочка косая прям больше, чем нижняя. Ну, в общем, вот из трех базовых элементов. И она из этого выпуклая оказалась, из вот этого градиентика и тени. Ну, вон там фокусный элемент еще такой точечками выделялся. Так что да. После этого были представлены скеломорфичные кнопки. Они, наверное, были представлены тогда, когда стало возможным картиночку вставлять вместо кнопки, потому что, как бы, ее нельзя обычными градиентами достичь. Ну, в средах для программирования того времени нельзя было, сейчас-то уж всякое можно делать, но, правда, и не делать. Вот, и нам кнопки напоминали реальные кнопки с калькуляторов, там, спидометров, там, приборных панелей, самолетов, я не знаю, в L2 штурмовике. Были интересны такие кнопки или нет? Я вот не играл, несмотря на то, что такая прям суперкультовая популярная игра, я как-то вот даже и не играл. Я думаю, что все еще в музыкальных каких-нибудь программах делают такое. Я думаю, в музыкальных школах некоторые все еще в L2 штурмовик играют. Вот эти люди, которые с длинными волосами на гитарах играют. Эти-то да. Ну так вот, кстати, пишите в комментариях, если вы такой. Мы двигаемся дальше. Может быть, вы будете писать и играть в этот момент. Нет, я имею в виду L2 штурмовик, опять же. Ладно, неважно, может и металлику. Следующее — это плоские кнопки, кнопки с флэт дизайна. Здесь есть сразу сравнение: обычная кнопка и флэт кнопка. У нее нету сглаженных кругов. Фу, кругов, границ. Сглаженных кругов, это смешно. И у нее нет градиента. То есть она прям такая плоская. И на самом деле не очень-то и понятно. И единственное, что у нее от кнопки остается, это прямоугольничек. Знаешь что? Вот эта вот левая кнопка, которая со скругленными штуками. Так. Со скругленными border radius, если угодно, 0 там сколько-нибудь. Ну, 3 пикселя, я думаю. Да, 3 пикселя. Вижу 3, может быть 4. Такие кнопки, вообще классические американские сайты, мне вот напоминают. Прям вот в Apple в некоторых дизайнах остались такие кнопки. Вот знаешь, в какой-нибудь странице типа там Support или я не знаю. Ну да, которые все еще не обновили. Все да, еще да, старенькие, да. Вот такие кнопки там есть. Ну в Bootstrap в третьем они были. Да. Сейчас-то в четвертом уже все супер плоское. Может быть, даже во втором Bootstrap были подобные, я не помню. Я не уверен, опять же, в том, что вот эта эволюция из кнопки вот такой в плоскую кнопку лучше, чем... А, судя по всему, не лучше, потому что уже мы переходим с тобой дальше. Ну, кстати, здесь сразу плоский калькулятор показан. И нам, опять же, рассказывают, что... Как понять, что это кнопки? Ну, вот только цветом как-то объяснять, показывать, и да. То есть очень мало осталось, так скажем, выдающихся каких-то дизайновых элементов у них. Так вот... Почти плоский дизайн, следующая ступень эволюции. Она же, ну, короче, которая от материал дизайна появилась, когда все-таки вернулись небольшие теньки, небольшие какие-то подсвечивания, типа, знаешь, когда при наведении так блестит сбоку в бок, такая SVG-анимация и так далее. И феномен floating action button появился, то есть летающая кнопка действия, которая в правом нижнем углу. И здесь сразу скриншот из Google карт, то есть, понятное дело, именно в Google картах они используют этот материал дизайн, и вообще его Google придумала. А он обозначает просто самое важное и популярное действие в этом приложении. То есть, если это Google Maps, то проложить маршрут. Если это приложение с заметками, то мне Weatherman Bot пишет. Это не реклама. Так вот, если это приложение с заметками, то написать новую заметку. Если с письмами, написать новое письмо. И здесь сразу показывают Evernote, в которой Floating Action Button на самом деле несет себе сразу несколько функций. Когда вы на нее жмете, там выпадает сразу вам все варианты, что можно сделать. Ой, Evernote, кстати, загибается. Это вообще отдельная тема, конечно, для отдельного подкаста. Ну,
там у них этот... Ой, они мне прислали, что, короче, что теперь только можно... только с двух девайсов можно, иначе надо доплачивать. Ой, у них уже денег нет, они уже бомжи. Но я просто помню, у нас с тобой где-то полтора года назад или год назад проскользнуло в подкасте, то ли кто-то в комментариях написал, то ли что. Типа, а вы знали, что Evernote тоже загибается? И мы такие, да как? Да как бы это вот. Ж незыблемо. Да. Вот, походу, все-таки зыблемо. Мы не будем отвлекаться. Фэб, знаешь, что мне напоминает аббревиатура? Fabulous. Ну, во-первых, это. А во-вторых, ФОБ. Во втором фуллауте это был, типа, интерфейс управления танкером. ФОБ называлось. Опа, неплохо. Да, ладно. Ghost Button, следующая ступень эволюции, это призрачная кнопка вот эта. Я уверен, что наши все супер-дизайнеры, которые нас слушают, вдруг, они знают про Ghost Button. Это был такой тренд. А мы, опять же, потому что это здесь обсуждали. То есть, как бы с нами-то не пропадешь. С 2014 года об этом уже писали на дизайн-моды, и на супер-хипстерских сайтах это было. Да. И с iOS 7, в принципе, большинство кнопок стало Ghost. Ну, то есть, если мы здесь посмотрим, выборка «скачать кнопка в App Store» и так далее, много Ghost-кнопок, ну и просто на больших крупных лендингах, таких, где картинка там заблюренная и черненьким замыленная. Ну, короче говоря, как все вы это видели и знаете. Так вот, что касается, как это все объединить вообще, что... Что сделать, чтобы кнопка была кнопкой, выглядела как кнопка, ее хотелось нажать. Давай. Первое, сделайте, чтобы кнопка выглядела как кнопка. Прекрасно, да? То есть смотрите параграф shape. Параграф shape нам говорит о том, что все кнопки традиционно прямоугольные. То есть форма должна быть кнопкой. Да, и если мы как бы прямоугольное что-то используем, одноцветное там с текстом, то в принципе это уже башкой воспринимается как кнопка. Кстати, если говорить про floating action button, опять же, то она круглая. То есть можно экспериментировать и... На самом деле, круглые кнопки, поскольку это тоже в реальном мире часто использовалось, то есть я даже вот в трамваях у них круглые кнопки, я помню. В троллейбусах, кстати, квадратные, но лампочки круглые. Ну ладно, неважно. В Тетрисе круглая кнопка. Да, да, прикольно. Ну, в калькуляторах некоторых. В общем, форма намекает нам на то, что это кнопка. Сделайте легким возможность пользователя взаимодействия с кнопкой. Короче, добавить большой размер, чтобы она под палец подходила. Ну или под курсор, если мы говорим о десктопных интерфейсах каких-то. Сделайте пэддинг. То есть здесь, опять же, исследования в MIT проводили. У нас палец 10 мм в диаметре, типа, условно. Поэтому все клавиатурные кнопки на самом деле минимум 15 мм в диаметре. А, например, монеточка, то есть дайм, если угодно, 10-центовик, он 18 миллиметров. Опа. То есть монетки соблюдают так, чтобы не было монеток меньше, чем палец, потому что это тупо. Ну, я согласен. Но здесь это очень применимо к телефонам. Надо учитывать на телефоне сильно. Потому что если ты там делаешь маленьких-маленьких напулечек, то ну, это будет вот страшно. Даже мало того, что Google Page Speed Insights скажет, что у вас там неудобно для телефона, вы говно, мы вас в выдаче понизим. Да. Но кроме этого еще и... Почему... Ник Бабич в этом говорит, он же, я напоминаю, мнит себя мобильным дизайнером. Мобильный пацан. Именно поэтому он здесь об этом в рамках мобил тоже и говорит. Поэтому, ну, про пэддинги мы уже сказали. Нужно, чтобы кнопки... И внутри кнопки было большое расстояние от рамочки до текста. И кнопки между собой тоже имели какие-то зазорчики. Да. Угу. Третье – это лейбл. Должна быть какая-то подписочка у кнопки. И она должна быть смысловой. Типа сделать что-то, описывать действие. Здесь есть пример, кнопка Awesome просто называется. Непонятно, что это за хрень. То есть мы, конечно, по виду видим, что это кнопка, но по действию не уверены. И хочется вместо того, чтобы Awesome жать, как-то крестик нажать и уйти. Согласен. Пойти просто, я не знаю. Потому что крестик, ты уже понимаешь, что будет. А Awesome ты не понимаешь. Может быть, ты деньги отдашь за Awesome. Вот именно. Может быть, там, особенно там, если посмотреть, картинка не подгрузилась. Да. Вот такой Awesome как-то не хочется на себе пробовать. Вдруг у тебя деньги, да, подгрузятся, потом и все. Ну и цвет. Смысловая кнопка, которая делает что-то там плохое, как, например, удалить репозиторий на GitHub, она красная. А если просто кнопка call to action, любой, там, купить, дать денег, то она должна быть просто контрастная по сравнению с основной цветовой схемой, и тогда все будет понятно, что это кнопка. А я здесь еще вас, кстати, призываю посмотреть несколько подкастов назад, нас же, про кнопки, про то, как, что нужно справа и слева ставить, когда нужно кнопку ок справа или слева ставить, тоже было прикольно. Да, посмотрите, это круто, это прям в заголовке, по-моему, было, если мне не изменяет память. А здесь пример Амазона, что у них кнопка Add to Cart, она прям вот выделяется на фоне всей страницы вообще. То есть она, конечно, с рейтингами похожа по цвету, но тут точно уже не промажешь, где заказать и купить. Она прям вот выделяется, и это круто. Ну все, Ник Бабич подводит итог, что делайте кнопки как кнопки, и
Все у вас будет хорошо. Следите за трендами и читайте мой бложик. Не знаешь что, опять же, мы вернемся к нашим слушателям любимым. А вот наши, какое мнение по поводу этой статьи? Давай сейчас... слушай, да, мы же не должны просто читать статьи, мы же должны свое мнение высказать. Какие кнопки нам больше нравятся? Мне первая. О, нихрена ты. Которая ок, на которой написано? Я даже не имею в виду конкретно, да, первая. А в том смысле, что есть градиент, есть тень, угу. И есть сама, так скажем, рамка. То есть... супер выделяющаяся кнопка. Да, мне тоже выделяющаяся, я просто хочу сказать, какая мне не нравится. Мне не нравится круглая кнопка Гугла. Я не знаю почему, но вот она на организме мне не нравится. Я не знаю, что со мной. Ну, потому что у нас не Android. Я вот когда вижу, что ее показывают на вот этом Nexus условно, мне прям противно. Я просто пользуюсь Google Доками на работе и приходится создавать, и я каждый раз ищу эту кнопку. Ой, я тебе не завидую. Я прям, мне хочется свечку за тебя сейчас пойти поставить. Фу, конечно, вот. Да. Наше мнение, да, Ник Бабич все правильно пишет, как на математике, он все правильно сказал. И да, мы в принципе да, согласны. Ну, короче, я люблю кнопки, которые выглядят как кнопки. Я, кстати, уже, опять же, возвращаясь на подкаст или два назад, когда, да, неделю назад мы обсуждали, что у кнопок не должно быть курсора руки. Не ручки, а руки, поняли все? Руки. Перчатки белой. Не должно быть белой перчатки. И я это использовал уже. И мы как раз в нашем супер CRM-ке на работе используем просто обычные выпуклые кнопки. Они, конечно, более закругленные, чем в 95-й винде была с border радиусом 0. У нас-то все-таки 3 пикселя. Но, тем не менее, не выдающиеся. И, на мой взгляд, особенно для нашей аудитории, обычных там работников офисов... Работяг. Это прям вообще хорошо. Но Ghost Buttons тоже красивый. Все, конец. Больше нет моего мнения. Отлично. Переходим к следующей статье про дизайн. Немножко так завершим наш дизайн. И сразу к разработочке. Ну да, у нас же блиц сегодня. Дорота Панковска сделала нам несколько рисунков животных. Хой-хой. Просто как бы хочется на Панковску. При помощи кругов. Вот как бы это ни звучало. Сёкол. Реально. Она сделала это на своем сайте. Сделала целую такую страничку про этих животных. Она вдохновлялась статьей Твиттера о том, как они свой логотип делали при помощи вот этих вот сёколов, при помощи вот этих кругов. То есть они реально... Она оставила здесь ссылку, она извини, перебивая, я показываю нашим зрителям. Вспомните, да. Что у них птичка была из кругов сделана. Они, тут если даже просто первую картиночку открыть, как будто циркулем проводили по бумаге много-много-много раз, и у них из каких-то геометрических фигур, вот при помощи вот этих линий из кругов, собиралась птичка реально. Здесь даже вроде бы как кажется, как будто они по золотому сечению это все делали, и в том числе учитывали это как бы. И поэтому тетенька Дорота Панковска, возможно, она девочка еще молодая, я не знаю, Дорота Панковска, если Дорота ты нас слушаешь, то вот тут кругами все нарисовано. Здесь, конечно же, очень мультяшные такие животные. Но они очень прикольно, так по-хипстерски нарисованы, с очень классными такими градиентами. Особенно гифка. Это не градиент, это... Хотя нет, градиент... Мне текстурка нравится, которая поверх. Она текстурка прям вообще очень шикарная. Крутая. Давай просто пробежимся маленько. Какие вот тебе прям понравились очень сильно? Я их в первый раз сейчас смотрю, поэтому давайте. Вот здесь мы видим сначала совушку. Мы видим совушку. Совушка классная. Она тоже такая вся закругленная, у нее в том числе глаза и... Давай так, вот прям... Вот сейчас мы их все посмотрим, а потом ты скажешь, какую из них бы ты на аватарку давай. Поставил? В Твиттере. Она же похожа по стилю именно на Твиттеровскую аватарку. Зайчик, тут обезьянка, слоник. Обезьянка на матрешку, на неваляшку, похожая из СССРовского прошлого. Есть такое, пеликан. Причем пеликан, он... Где пеликаны-то были? На фотошопе? Где? Или... На CorelDRAW. CorelDRAW, да, извините. Ну ты сейчас спалился. Жираф. Ты, похоже, на работе ты кроме Google Doc вообще CorelDRAW используешь. Жираф, мышка, собачка, кошечка, лисичка... Ну, китик. Да, лисичка. Жабка. Китик. Жабка и тюленик. Да, и в конце она просто показывает, что она все-таки сначала выдорачивает это на бумаге. Мне нравится китик просто потому, что мне нравится китик. Не, мне совушка. Во-первых, потому что она мудрая, а во-вторых, потому что она вот как-то более идеально из всего сделала. И она согласен, она там прям вся по золоту. Некоторые прям острые. То есть вот зайчик, он вообще весь острый такой. Им резать хочется как ножом. А совушка, она прям вот аватарошная. Отлично. Плюс еще зеленый с коричневым, такое крутое сочетание, прям вот вообще супер. У меня, у моей знакомой просто на ляжке есть татуировка китика, поэтому я не могу. Блин, ну да, согласен. Если она нас слушает, то пусть поставит палец вверх.
Пишите тоже в комментариях, что вам понравилось, а мы переходим к разработке. И в разработке у нас, кроме наших обычных тем... Есть необычная. Да, есть необычная. Называется она «Лучший хостинг в мире SmartTape». Если вы разработчик, делаете сайт... Не дай бог. Да, и уже, дай бог, переросли обычного разработчика, который делает 12 визиток за всю свою карьеру и пытается их как-то поддерживать за 1000 в год, то вы используете SmartTape. Это супер крутой хостинг с всевозможными тарифами, дешевыми VPS-ками, даже возможностью подключить SSD, если вдруг вы хотите. Он попадает под все федеральные законы о том, что данные должны храниться в России, потому что все... Как там называются эти дата-центры? Вот дата. Все дата-центры находятся в Москве. Короче, SmartTape одобрен Яровой лично. Да, возможно, прям есть... У Яровой татуировка SmartTape. Это обезьянки, да, опять же. Скорее, никто же не видел ее ляшек. Ой, никак бы нас не забанили за это, но да. В общем, SmartTape — выбор настоящих веб-профессионалов. libodesign.ru/smarttape, напомню просто вам. Да, рекомендую. Ну давай, короче, там, я так понимаю, толстые темы. Да, у нас толстые темы сегодня. И они на самом деле практичные темы, практические. То есть никаких там рассусоливаний, размусоливаний, когда у вас был аха-момент вот этого, без этого всего. Крис Койер говорит, мы вот тут рассуждали по поводу стилизования модального окна. Ну-ка. И мы, говорит, вот думали, а вот мы хотим ограничить его по 600 пикселям. Как нам писать? Ширина 600 пикселей, а max width 100%? Или width 100%, а max width 600 пикселей. Мы же свое мнение говорим. Никита, как вот ты бы использовал? Сейчас дай подумаю. Я бы, честно говоря... Так, это для чего? Сейчас надо вникнуть сразу. Ну, короче, чтобы ограничить 600 пикселей внутри какого-то контейнера, как бы ты, в каком бы порядке ты эти правила написал? Я бы написал max width 600 пикселей, width 100%, второй вариант. Я тоже второй вариант всегда пишу. И на самом деле, во-первых, давайте так, ответ похрену. Работает и так, причем Крис Койер здесь реально задрочил, сделал CodePen, в котором полностью все use cases проверил. Но некоторые люди ответили, что второй вариант более правильный. Есть большая разница. Ну, тут ответы такие, соответствующие каких-то людей. Такой вопрос, такой ответ. Согласен, да. Второй вариант более дружелюбный к узкой родительской ширине. На самом деле, если говорить функционально, то в натуре похрена. The first is garbage. Вот такой вариант. Просто первое говно. Ну, тоже объективненько. Второй вариант объясняет поведение более логично. И вот с этим я, пожалуй, соглашусь. То есть, на самом деле, с точки зрения mobile first design, мы делаем with 100%. То есть, по умолчанию он всегда 100%. Так логично и понятнее. Но, если вдруг мы тянем... потянем, и больше 600 пикселей родителей, то max width 600 пикселей срабатывает. А так нам приходится, ну, грубо говоря, если абстрагироваться, вылететь из себя и понять, как это работает, то в первом случае работают всегда оба правила. Он всегда пытается присвоить 600 пикселей, но ограничивает 100%. Угу. А во втором случае работает только первое правило до 600 пикселей, и только потом второе срабатывает. Ну, как бы в натуре. Я, честно говоря, ответил психологически просто. У меня есть какой-то максимальный 600 пикселей, я про него думаю, у меня есть какой-то максимальный. И все, я вис ему 100% задаю. Все, я думаю этими мерами. Вот я тоже, я примерно так и думаю. Ну и прикольно, что они тоже об этом думают. В принципе, прикольно, что думают. Согласен. Здесь он расписал много сценариев, что если родитель 1000 пикселей, ну, как мы и сказали, работает там, в одном случае, а там в двух случаях. Майкл Лоутон некий рассказал, что есть разница, если использовать Flexbox, например. Опа. И он предложил JS Fiddle, на котором это можно посмотреть. Я здесь он нашего... специально не на CodePen, а на JS Fiddle. Да, да, он как будто издевался над Крисом Койером. Но Крис Койер ничего не менял, он оставил прям ссылку на его твит, в котором JS Fiddle поганый. Ну, и здесь прям реально очень странно по-разному себя ведет. То есть здесь два флексовых детеныша в контейнере div1, div2, то есть дисплей... Родитель 1, родитель 2. Да, родитель 1, родитель 2. И у них, у одного 600 пикселей, у другого max width 100%, у другого 100% и 600 пикселей. И они очень по-другому себя ведут, по-разному. Я, если честно, не могу это объяснить. Flexbox Guru, напишите в комментариях, если есть какое-то этому объяснение. Хотя наверняка, если мы сейчас вернулись бы к твиту этого чувака, то там ему в ответах уже сказали, типа, а это потому что там ты то, это... Как ты себе представляешь Flexbox Guru вообще, как они выглядят? Или как они в туалет заходят?
Так, с гордо поднятой головой, я думаю. Они в любое место заходят с гордо поднятой головой, потому что они флексбол-гуру. Они-то это знают, понимаешь? Они, возможно, даже в пивную, когда заходят, им наливают с горкой и пену отстаивают и доливают. Требуйте долива после отстоя пены. Отлично, отлично. Следующая толстая новость. Короче говоря, как нам сделать контейнер с полной шириной, если у родителя ширина ограничена? Ну, это проблема всех людей. Да. У тебя у родителя ограничена ширина, а ты хочешь полную ширину. Вот да. Ну, здесь есть как бы картиночка, starting point. Давайте сразу прям зрительно это воспринимать. Слушатели, извините. Но представьте, короче, как на медиуме. У вас текст по центру колбаской, а картинка у вас край в край. Но эта картинка, она на самом деле находится в родителе, которая тоже колбаска. Вот как ее сделать, чтобы она расширялась? Ну, примерно как старая лента на ВК. Да, она тоже же вся по центру такая была. Ну да, но картинок-то у нее не было вот таких расширяющихся прям. Хотя да. Не было. Ты что, там прям супер древний дизайн, и он крутой. Дуров, верни старый дизайн. Так вот, здесь нам Крис Койер показывает разметку. Мейн внутри него фигуре. С имгом. И как вы понимаете, мейн он ограничен, а фигурина надо раздвинуть, как ноги. В принципе, можно было бы сделать left 0, а width 100%. Но мы не можем, потому что если мы сделаем left 0, там width 100%, мы его вырываем с абсолютным позиционированием из потока, и тогда текст под него схлапывается. Ну, короче, это дерьмо. Если мы знаем ширину, то мы можем просто сделать 33% там туда-сюда. Если ширина 60%, то есть мы делаем 1/3 от 60 и 20% margin с каждой стороны, у нас получается 33%. Минус. То есть мы их раздвигаем. Но если мы вдруг не знаем ширину, а в большинстве случаев примерно так и получается, потому что мы делаем адаптивные сайты, и когда-то это ширина 60%, когда-то нет, когда-то 100%. Так. И тогда это бы правило как-то, ну, вы поняли, короче говоря. Тогда мы можем использовать калк. Калк, к сожалению, нельзя здесь использовать, хотя, в принципе, всегда хочется его использовать, когда работаешь с такими нетривиальными CSS-задачами. Можно... Все, естественно, без JavaScript, как это сделать. С JavaScript мы можем просто ловить ширину браузера, задавать там и так далее. 100% viewport width элемент мы делим пополам, то есть берем половинку. Со знаком минус берем, то есть мы влево же, опять же, margin left делаем и right. И прибавляем половинку родителя, если у нас родитель 500 пикселей. Иногда мы даже... А, нет, родителя мы всегда все-таки знаем, потому что, ну, как бы мы его знаем или в пикселях, или в процентах, все верно. Надо бы это обернуть все в медиазапрос. Оборачиваем в медиазапрос. С ширины, начиная 500 пикселей, мы main делаем 500 пикселей, а full width делаем calc от viewport width элементов. Но иногда viewport width элементы не поддерживаются браузерами, старыми, например. Отлично. Казалось бы, старые браузеры обойдутся без этих картинок ширину в ширину. Они же, ты уже 6 E сидишь, нахрена тебе картинки в ширину? Ну, можно, как бы, чтобы даже и не надрывался браузер, использовать min width, max width, переменную некую. И тогда да, но это работает только с препроцессорами, я так понимаю. Иначе какого хрена? Можно использовать hack с транслейтом. То есть использовать CSS3 трансформы. Я вот, например, так использую для вертикальной центровки. Но суть в том, что калькуляция, опять же, будет происходить. 40e минус 100 view width. И делить на 2. Здесь деление на 2 вынесено за скобку, как в первом примере, где ты и то делил на 2 и просто складывал. Здесь вынесли, как в настоящей математике, за скобку делить на 2, и все хорошо. По математике, кстати, я совсем согласен. Сейчас мы будем наше мнение, Никита, высказывать. Ну и можно обернуть все в правило add supports, для того, чтобы E даже не надрывался. Потому что он add supports уже не понимает. А 100 viewport width, ну, как бы потом дальше проверка. Вдруг add supports понимает, но единицы измерения viewport width и viewport height он не знает. Тогда можно вот это так обернуть, и правило это сработает. Мне кажется, для E6 слишком большой понт. Они такие хипстерские картинки не видели. Да для E6 можно и JavaScript это сделать, если это прям супер критическое дерьмо. Мне кажется, на E6 там JavaScript везде выключен у всех. Согласен, возможно, корпоративными политиками. Можно без калка. Left 50% и минус 50% view width. Влево-вправо, туда-сюда. Но опять же, здесь position relative некий. И тогда надо как-то ширину учитывать. Потому что, ну, а position relative внутри чего? Ну, короче говоря, посмотрим. Ты посмотри на комменты сразу, первый комментарий. Сейчас посмотрю. Здесь просто нам оставляет Крис Койер CodePen, а в CodePen картинка отвалилась. А поросенок, а? То есть мы не можем как-то проверить. Я понимаю, что мы можем зайти в HTML,
взять какую-нибудь, я не знаю, картинку Sunsplash'а, добавить и показать вам Magic. Ну, если мы продвинутые пользователи. Продвинутые CSS пользователи. Ну, мы не продвинутые, поэтому сразу комментарий смотрим. This is just awesome, да. Thank you. К нему баба какая-то подкатывает, смотри. Дженнифер. Опа. Че это? А там дальше мужики сразу с черепами пошли, и все. Сразу да, все скатилось. Да, и бородатый. Gabriel Tadeo. Tadeo. Ну, короче, причем Дженнифер никто не ответил. Ее сразу все обошли стеснительно стороной. Да. Интересно, сам Крис Кори здесь где-нибудь отвечает или нет? Я просто смотрю, у него же его комментарии там супер выделены, зеленые. Они все на полношевинные сразу. Да, да. Согласен. Нет, нет, он нигде не отвечает. Там даже кто-то русский ответил. Русский? А, нет, там Рассел и Витер. И у меня как бы Рус и Виктор, я думал, но нет, никого русских здесь нет. Ладно, переходим дальше к еще одной новости из рубрики разработки. Слово переходит Никите. Она не более... И очко переходит в зрительный зал. Не менее, не более, не менее... Тоже практическая такая новость с accessibility.blog.gov.uk. Подожди, Никита, мы не высказали свое мнение относительно предыдущей темы. Слушай, да. Нравятся тебе такие картинки? Мне нравятся такие картинки, и мне нравится, что он написал, что делать. А вообще отлично. А мне, мне не очень нравится подход. Ну, как бы подход прикольный. Ты бы JavaScript-ом сделал? Да, я бы сделал JavaScript-ом, это первое. Второе, я мог костылить бы, что у родителя все-таки 100%, а все пешечки ограничить в 60%, там, или во сколько надо, в 500 тоже пикселей. Вариант. Но мне сейчас скажут, а если у тебя там не пешечка, а какая-нибудь прешечка? Да, или айфреймшечка. Опа. Я бы их все тоже ограничил. Флэш встроил. Флэшечка. Ну, короче говоря, много разных вариантов есть, а калк я использовать не очень люблю. Ну, потому что он в Safari. Он калк. Да, он в Safari просто до какого-то момента не поддерживался, поэтому я до сих пор его не люблю. А, ты Apple guy? Да, давай, field set. Accessibility blog gov.uk, как я и сказал, пишет нам. Пацаны, используйте field set and legend elements. И нам разъясняют. Прикинь, можно использовать такие вот элементы для того, чтобы они круто понимались скринридерами. Я напомню, скринридер — это такая хренотень, которая будет читать все, что у вас открылось на странице, например, в интернете. Или, например, в книге. Ну, скринридер... В глобальной сети интернета? Конечно. И она... И вот скринридер, как мы поняли, мы много уже про них говорим. У нас были какие-то темы такие узкоспециализированные под них. Они очень привередливы. Им надо все там, что по HTML, чтобы все, что используется, все использовать. И вот, вот здесь рассказ про field set конкретно и legend. Если у тебя есть какая-нибудь такая хренотень, типа, ну, какой-нибудь multiple choices, вот, вот questions with multiple choices, то есть есть какой-то вопросик, и на него там несколько радиобаттонов-ответиков. Do you have a passport? Yes, no, например. Да, ты можешь, здесь сразу есть пример, как мы делали раньше. Как мы делали, и неправильно делали, как оказалось, не для скринридеров делали. Просто форма, просто пешечка do you have a passport, и input type radio ID yes, label for yes, как обычно. И вот такие два инпута, такие с лейблами. Окей, нам чуваки говорят, это, конечно, все хорошо, но скринридер, когда будет читать вот эту всю хренотень, он разделит абсолютно. Вопрос с пешечкой для него — это одно, а если no, это другое абсолютно. То есть он зачитает с одной интонацией: у вас есть паспорт? Да, нет. Как-нибудь да? Вот так. Нет. Ну да, у него как-нибудь будет, ну, вы поняли. Это абсолютно будут, то есть для него, скринридера, это вот эти величины абсолютно разделенные. То есть он ничего не будет понимать. Нам предлагают. Здесь, кстати, сказано, что скринридера пешечки даже и не видит. Сразу будет видно просто yes, no. Да, кстати. Настолько, это вообще прекрасно. Да, а я уверен, что есть какие-нибудь хай-течные скринридеры, которые как-нибудь для чуваков с ограниченными возможностями помогают нажать на yes или на no. То есть там, я уверен, есть хай-тек. Практически решает за них yes или no уже по я-роботу. Да, вот. А тут, представляешь, у тебя и не решится ничего. А ты вдруг опрос для таких людей делаешь? Ну вдруг. Или включая такие, аудиторию. Ну это троллинг. Использовать, создавать опрос для людей, которые используют скринридеры, и не адаптировать под них. Нам предлагают что сделать? Вот форм, все это все так же написать, но обернуть внутри формы field set, такой тег есть, field set, реально, и вопрос конкретно обернуть в legend, то есть некая легенда do you have a passport, и конкретно после легенды он же поймет, что все, что в field set после легенды, это все ответы на вот этот вопрос или на вот, вот это утверждение, и тогда все классно, тогда он прочитает все отлично и все поймет, скринридер будет замечательно просто хавать эту тему. Да, он будет прям тут, тут прям написано, практически можно по ролям прочитать. Do you have a passport? Yes, radio button. Он вот так будет спрашивать. А в Internet Explorer, внимание, он даже перед no заново зачитает вопрос. Do you have a passport? No, radio button. Вау.
Хочется прямо иногда со скринридером пользоваться сайтами. Возможно, мы, скорее всего, поймем, что все плохо. Конечно. Пользуясь случаем, надо сказать, что у World of Warcraft, у онлайн-игры, про которую мы записали подкаст, пишите, смотрите в комментариях, в описании ссылку. Так вот, там они новый сайт сделали. И мне вот теперь интересно, у них новый сайт для скринридеров адаптирован или нет? Они там, я не смотрел новый сайт, я знаю, что они 404 и 500 переделали. Не, они прям там полностью новый сайт, он на отдельном домене World of Warcraft. Давай в прямом эфире, ради меня. Прям вторгнемся. Готов. Давай. Видишь, он теперь раньше только американские миры были по worldofwarcraft.com, а теперь они все объединили сюда. Ё-моё. Тут все в края. Ё-моё. То есть тут практически тут адаптивный дизайн, я не побоюсь этого слова. Я тебе больше скажу, это такой шаг от того, так скажем, картиночного сайта, который у них был. Просто картинка. У них здесь Ghostbusters. Ghostbusters. Да, да, потому что вот. Всякие последние новости, ну, и так слушай, далее. Это шаг, это шаг. Ну, я на 404, просто... зайди ради меня. А что мне написать? Прям 404 напиши. Ну, или хрен. Я писька напишу. Давай. Ух ты, блин, здесь такой чувак сидит. И это вроде как мем какой-то даже. Так нет, просто это же шутка из South Park. And it's gone. Вот. Я правда не помню, что они там делали. Точно, нам точно. Супер наши любимые комментаторы, они напишут сейчас, которые знают все фильмы, сериалы и так далее. Там практически... Они, блин, я не помню. А пятисотку можешь вызвать как-нибудь? Пятисотку только 500 раз вызвав писку, чтобы повесить им сервак. Сейчас попробую. Хорошо. Не получилось, все равно 404. Но, возможно, у них закашировалось уже мои. Ну, боксим, там Ворген сидит весь в огне. Это тоже мем какой-то, когда чувак весь в огне сидит. Тоже напишите в комментариях, когда его ничего не беспокоит. Типа, все нормально. Тоже, ну, короче, вау. В общем, они задрочили свой сайт. Да, это есть. Возможно, у них там филдсеты и легенды есть. Хотя хрен знает. Давай посмотрим просто вот на 404 странице хотя бы разметку. Есть там какие-нибудь теги main? Нет, здесь, конечно, полные дивы. Никаких там ничего. Ну, не знаю, я не буду сейчас напраслину наводить. Конечно. Может быть, где-то в глубине есть какие-нибудь артиклы, какие-нибудь мейны, хедеры и футеры. Но, по-моему, нет. Ладно, неважно. Отлично. В общем, это мы вообще так внезапно просто сказали. А я вам хочу еще рассказать про то, что FieldSet и Legend поддерживаются во всех браузерах. Кроме там, по-моему, Safari с 6-й версии. Но 6-я версия, да, так было давно и неправда, что везде поддерживается. Да, согласен. Можно с уверенностью сказать, что везде. Идем к темам слушателей. Да, да. Мы, пользуясь случаем, повторим, что... Пишите нам темы к 93-му подкасту. Сегодня вот блиц-подкаст вот такой. В сайдбаре у вас все видно, а мы уже прям начинаем зачитывать вопросы. Никита, пожалуйста. Михаил прокомментировал. Почему вы не поднимаете тему взлома вашего сайта? Вы думаете, я прикалываюсь? Про безопасность ни слова у вас еще не слышал. Ты отвечаешь, мы ее поднимали в каком-то выпуске уже. Что именно интересует? Артем прокомментировал. Я тоже интересовался подобной темой, и вот что выяснил. WordPress достаточно защищен, и взломать его, как... его, как и либо какой-либо другой фреймворк, можно, но это не школьный уровень, как у Михаила, видимо. Типа запустил программку или вписал код в строку. А зачастую взламывают WordPress под плагины, которые на нем установлены, так как защиты от дурака нет ни в одном фреймворке. Так что смотри, что ставишь, и настрой автообновление, и 90% такое счастье обойдет тебя стороной. Ну и не делай логин админ, пароль админ, пароль QWERTY 12345, вот это вот не делай все. Да. Сделай префиксы у баз данных не VP нижнее подчеркивание options, а писька нижнее подчеркивание options. Никто, например, не будет такое подбирать, пробовать и так далее. Ну, то есть, это понятно, все, есть большое количество best practices, можно просто погуглить. Если нам кто-то следующему подкасту предложит прям хорошую тему. Про безопасность WordPress, да. Security. WordPress Security. Да. Мы с радостью обсудим радостью. Прям ее, да. Олег прокомментировал. Привет. Может, у вас обсуждалось, но я тут пришел к мысли, что Canvas становится заменой ушедшего в мир иной флеша. Уж очень много стал встречать нестандартных сайтов почти целиком на Canvas. Интересно, какие у вас мысли по этому поводу? Давай за себя я буду читать. Вот так неожиданно. Давай. Привет, говорили пару раз, особенно когда флеш закрывали в разных браузерах. В принципе, да. Суть та же самая, место, на котором можно заскриптить что угодно. Интересно, какие у тебя ссылки по этому поводу? Ну, я здесь соблел прям его скобочку, вот это все, что... Нам бы как бы, Олег, нам бы ссылки увидеть. Мы вот не очень любим просто обсуждать абстрактные какие-то вещи. Беспредметно. Но да. На самом деле понятно, что флешу все... И на самом деле понятно, что давно уже пора канвасом заниматься. То есть все люди, которые хотят какую-то анимацию, ну, гениальную, не SVG, понятно, что, а если хотят там игры, например. Да, конечно, и игры только на конве. Да. Ник Бомбалеич прокомментировал. Постоянно наш комментатор. Я хочу выделять вот этих людей, потому что, ну, реально, пишут каждый раз.
не набегами. Ник Бабалевич порекомендовал. А давай не будем это все зачитывать. Просто он вот кинул несколько ссылок. Он кинул два пака ссылок. В первом паке ссылок нас ничего не заинтересовало, но некоторыми из них мы поделимся на сайтике. Так. Идем дальше, да, я так понимаю? Спасибо за статьи, мы вообще посмотрим, если будет что-то интересное, обсудим. Но на самом деле у нас во втором паке из Ника Бамбалевича, по-моему, есть две темы, и мы их обсудим. Так что, Ник, не расстраивайся, если ты нас сейчас слушаешь прям, и ты такой, блин, ненавижу, отписка. Вот, не торопись. Не торопись. Макс прокомментировал. Подскажите, что учить, если сделал себе сайт на WordPress? Что изучать, чтобы он был лучше? Ему отвечает Денис. Учи PHP, верстку и 1SB... И OneMP на WordPress. Нет, это смешно. И 1SB, будешь зарабатывать сотку денег в месяц, сидя дома за пивком. Денис продолжает. Займись дизайном. Ну, возможно, это два разных Дениса. Возможно, у одного из них шизофрения, я не знаю. Более творческая штука. Не так надоедает, как прогать. Правда, твой сайт лучше не станет. Это круто. Я ему пишу, что... Учить надо псалмы и молитвы, если ты сделал себе сайт на WordPress, я пошутить попытался. А если серьезно, учи фундаментальный PHP, опять наши классические ответы. Угу. Всегда пригодится, читай инструкции по разным плагинам и настройкам, пробуй что-то сделать сам. Ну и фронтенд подтяни, тоже лишним не будешь, штаны еще подтяни. А знаешь мое мнение, я сейчас сразу хочу сказать, а вот пусть он просто себе попробует темку написать на свой сайт WordPress. Это достаточно много его прокачает, просто узнать, что, из чего состоит, что такое PHP, что такое хрен PHP. Согласен, ну, да. Это нормально тебе. Я здесь еще ему приложил три ссылки на наши видосы про WordPress образовательные. Mm-hmm. И прям пусть посмотрят. Пусть. Старый пакистанец, продолжая эту тему, говорит, изучай русский язык, читай больше родной литературы. Это даст тебе возможность писать офигительные посты, тем самым приукрасишь свой сайт. Вроде как бы и шутка, а на самом деле хочется свое мнение же высказать. Прям пожать старый руку. Пакистанец, молодец. Пожать это хорошая создавать тема. Создавать контент на сайте не менее важно, чем делать сайт, да. Михаил не то, что в первом комментарии, а это уже плохое, нарицательное имя, Михаил в первом комментарии. Согласен, после первого комментария уже не хочется Михаилов как-то быть одноименцем про взлом сайта, потому что да. Material Design убивает интернет и лишает всех дизайнеров интерфейсов и UX-дизайнеров хлеба. А сам при этом выглядит жутко нелепо и вырвиглазно, знаешь, Material Design. Ну не во все ниши он проник, да и не во все проникнет, все нормально. Когда-то Bootstrap отнял хлеб у всех верстальщиков, вроде еще живут. Заметил я философски. Ну, но вообще про Material Design мы тоже уже высказывались, как говорили про Floating Action Button, мы тоже не очень за говно. Да, ты... Хотя некоторые вещи, вот сам принцип материи одной на одной, а он прикольный, но реализация с вот этими их... Короче, Floating Action Button говно, некоторые принципы Material Design круто. Я бы хотел посмотреть на людей, которые дизайнят сайты типа mcdonalds.com. Они просто, мне кажется, скажут, что мы кастоматика, так какой дизайн? Как? Так просто там 50-летние дядьки, они уже не следят за трендами, они просто знают по жизни, что продает. Как назвал? Я просто сейчас зашел на нынешний Макдональдс, и там полный флэт вообще. К сожалению, там больше флэт даже, чем на Вовке. А, да, кстати, слушай, не готовы мы были как-то к этому. Я честно думал, там будет стандартное дерьмо. Cobalt Cat прокомментировал. Как вам такая добряцкая штукенция? И ссылка на GitHub. Если конфиг писать, то можно тестить всякие свои темки-плагинчики в сотне виртуалок с разными версиями WordPress, например. Про это рассказывали на прошедшем митапе по ВП в МСК. Я пишу, что мы слышали еще вот здесь, и ссылка на VPTurn, и мы даже, я не помню, обсуждали мы это нет, но Vagrant, чтобы ты понимал, это тоже виртуалка, практически контейнерная, как Docker, если я правильно понимаю, что это такое. И нам они просто предлагают в куче контейнеров разные версии WordPress развернуть, угу. Практически одним скриптиком. И накатывать везде плагин, смотреть, как он ведет себя в разных версиях и так далее. И это типа прикольно. А у меня, знаешь, практически к тебе вопрос. Ну-ка. Ты вот здесь, там, где сделал ссылку, это ты прямо руками писал? Там. Открою секрет. Я отвечаю на комменты из админки. Там есть VZWG редактор. То есть, а все страдают, а ты... Значит... Нет, я иногда пишу «ахрев». Когда здесь отвечаю, я тебе прям не скрою. Но у нас в планах, а есть в планах, да и просто есть плагин, на самом деле, можно включить, я хотел сам написать, чтобы был здесь тоже VZWG редактор, ну, нормальный. Да, конечно. Влад Зайка прокомментировал. Недавно был поставлен вопрос взять в штат несколько новых сотрудников. На меня пала задача провести интервью. Для меня это был первый раз, ну, как вы понимаете. И поэтому я перелопатил кучу материала по этой теме. Как в любой первый раз, в принципе, да. Ну, хотелось да. бы услышать в подкасте ваше мнение про то, как проводить интервью правильно. Может, есть собственный опыт или находили где-то годные статейки?
Ну, будем надеяться, кто-то из комментаторов напишет, что-то не написали. У нас не было опыта, хотя, может быть, и скажем что-то в подкасте. Я вот, Никита, ничего не могу про это сказать. Подожди, попробуй а люди ты. Не ответили ничего на это? Нет, на это ничего. Принимать людей. Я очень много слушал, очень часто, на самом деле, в соседнем подкасте, а я очень надеюсь, что он нам соседний хотя бы через один, возможно, через одну ячейку общества живет от нас, в подкасте Умпутуна. Он часто рассказывает, что он кого-то принимал, кого-то собеседовал, кого-то пытал. Или иногда в радио Ти это он говорит. И он рассказывает, на самом деле, что он сильно пытает. Но это я знаю его, там, что там по Java нужно много чего знать, и он пытает на месте, так как люди не любят, как вот я не люблю, когда тебя посадили. То есть я и не люблю, когда люди, знаешь, идут и списывают реально, то есть или берут человека, который знает, и поступают на ту работу, которую они вообще не шарят. То есть это очень тупо как-то. Но еще больше, ну, как бы вот давление. Ты приходишь, на тебя Умпутун реально смотрит своей лысиной. И ты при нем должен на Java написать что-то. Или ответить. И он причем спрашивает классические какие-то постулаты программирования. То есть ты должен это все ответить. И достаточно волнительно. Я понимаю, что ему как раз и те люди и нужны, которых собаку съели. Но вот как-то так. Я не знаю, я просто не бывал на таких этих. Да. Я только все интервью проходил дистанционно. Типа тестовых заданий и так далее, поэтому... Ты сейчас не готов, вот какие чувства у тебя вызовет это, если ты будешь вот, раз на раз? Вот если меня сейчас раз на раз про WordPress, мне похрен. Вообще, я вот, мне кажется, я, может быть, сейчас кто-нибудь в комментариях напишет какой-нибудь вопрос, олимпиадную задачку по WordPress. С тремя звездочками. Да, и я засыплюсь, но я вот не верю, что я могу на чем-то... И я бы спокойно ответил. И даже если меня отскочат в сторону там про фронтенд, спросят про Flexbox или как Max Width 100% или наоборот, я тоже что-нибудь да отвечу. Но вот если по JavaScript, например, мне будет некомфортно. То есть если я буду в чем-то плавать... Видно, в чем плаваешь. Да, то реально некомфортно. А если я в чем-то супер прям уверен... Ну вот как мы с тобой еще в институте сдавали экзамен? Ты всегда был первый, я второй. Потому что мы готовились, были уверены, и мы знали преподавательский состав, они к нам хорошо относились. Я тебе больше скажу, мы просто не хитрили еще. То есть нам не было... Вот тогда я еще 5 минуток спешу. Мы просто шли уже, и все. Короче, да, честно, поэтому да. Тут как бы вопрос просто подготовленности. Да, да. Максим прокомментировал. Секреты продуктивности Скотта Ханселмана. Или как делать меньше, но больше. The less you do, the more of it you can do. Ну и ссылочка, собственно. Можно вообще ничего не читать, а просто посмотреть видео с последней ссылки. Ну вот пусть наши зрители и слушатели посмотрят, а мы ничего не будем читать, потому что на самом деле там реально просто по второй ссылке видео, а по первой там практически застенографировано. Отлично. То, что в этом всем есть. Отлично. Александр Штанг прокомментировал. Понимаю, что Ник Бабич наверняка знает ответ на этот вопрос, но будет круто, если вы, парни, разберете вот эту статью. Spoiler about web view. Почитаем, если будет интересно, обсудим. Я посмотрел, там просто рассказывают про феномен WebView, про то, что сейчас очень много приложений делают через PhoneGap и прочее дерьмо, что практически все через WebView, и да, с точки зрения производительности и безопасности может быть не очень круто. Но просто сам WebView, он нужен. То есть внутри Твиттера, когда ты ссылки открываешь, он же в WebView их открывает. Я сейчас хотел спросить, что такое WebView, но я понял, это такая хренотень, которая типа всплывает. Ну да, типа того, если вкратце. Ну там в статье поподробнее об этом написано. Не наш подкаст, мы не мобильные разработчики, поэтому тут как бы с этим сложно. Но Ник Бабич наверняка знает ответ на этот вопрос. Вася прокомментировал. Здорово, пацаны! Спасибо за ваш подкаст. С каждым разом выпуски получаются все лучше, видно, что растете. На фоне... Спасибо. На фоне прошедших тем с путями JS-программиста и вопросами про карьеру у меня появилось желание написать данный коммент. Спасибо. Это скорее даже не вопрос, а просто желание поделиться своей проблемой. Наконец-то. А дело все в том, что обычно рассматриваются вопросы, как войти в программирование. Oh yeah. А у меня проблема обратная, как оттуда выйти. Сначала войти, потом выйти. Про себя могу сказать, что я шел к плохому злому пути, начал в возрасте около 30, но весьма увлеченно. Ни хрена себе, то есть у нас почтенные люди больше 30 пишут нам комментарии. Я думал, все 13-летние школьнички. Работал на PHP, работал больше 2 лет в офисах, во фрилансе, и т.д. и т.п. Потом поддался модным тенденциям и стал задрачивать JavaScript. Освоил его довольно неплохо, и вот пришло время, я решил пойти в офис работать JS-программистом. После размещения резюме я довольно быстро смог пройти успешное собеседование. Вася, можешь в следующий раз написать, как у тебя это проходило? Волновался ты? Смотрел ли кто-нибудь на тебя своей лысиной? Да. Задавал ли вопросы? И меня были готовы взять в серьезную компанию на приличную зарплату и с хорошими условиями. Но тут настал момент истины, и я довольно отчетливо понял, что я вообще не хочу заниматься этой ужасной рутинной работой, которая называется программированием.
Сначала я решил, что меня угнетает офисное рабство, но фрилансить-то я смогу всегда. Но скоро я понял, что и разработка на фрилансе мне противна. Таков мой случай. Я, имея неплохие знания, навыки и опыт работы, просто перегорел, и у меня нулевая мотивация к занятию разработкой. Чуваки, если появились какие-то идеи, посоветуй мне, куда податься, посоветуйте. В чем себя попробовать? В конце еще хотел заметить, что вообще рынок разработчиков сегодня имеет какую-то нездоровую тенденцию к росту. Все эти программисты-самоучки, типа меня. Просто это... «погромисты» еще написано, это прикольно. «Погромисты», да. Это, возможно, не лучшим образом скажется в будущем. Всем спасибо, кто прочел простыню, и всего наилучшего. Best regards, Вася. Максим прокомментировал, собственно, ему. Я пересмотрел все статьи, сохраненные у себя за 2015 год, но так и не нашел ту, которую хотел поделиться. В общем, история очень похожа на вашу. Герой закончил тем, что... Возможно, Максим 13-летний, поэтому он к почтенному Васе обращается на «вы». Да, что подобрал людей, которые помимо основной работы любили пофрилансить. Ты любишь иногда пофрилансить, как говорится. Но при этом не хотели уходить со своих, простите, говнокантор. Чувак, так как сам был хорошим программистом, знал, что и кому можно поручить. Лишь время от времени чего-то там фиксил и занимался, в принципе, только тем, что ему было интересно. Мне кажется, в вашем случае по возможности стоит поступить так же, собрать команду. На самом деле, гениальный ответ. Мне просто, во-первых, я сразу, когда все это говорится, я вспомнил, во-первых, про тебя. Uh-huh. И тот момент, когда тебе стала противна разработка. Uh-huh. И я вспомнил еще про... Возможно, это я писал, я Вася, на самом деле. И ты тоже... Почему ты тогда почтенного отыгрывал? Зачем ты еще, кроме имени и возраста, изменил? Я специально, чтобы не поняли. Да уж. Не, на самом деле, да до хрена чем. Просто ты сходи на завод, поработай месяцок, и обратно JS-программистом станешь. Но это же, блин, такой вопрос, на самом деле. Чем, как бы, чем тебе не лень заниматься? Это значит, ты денег скопил, что можешь такими вопросами еще задаваться. То есть, как бы, да, сходи, там тебе чуваки просто расскажут, как это, как жену по спине били, и нормально будет, я вам отвечаю. Вот да, скорее всего, потому что тут оно такое, но я еще просто Сашу Бушуева, нашего друга общего, вспомнил. Он тоже команды собирает, любит. Он, правда, но я понимаю просто теперь, что если бы он еще и был хорошим программистом при этом, то у него бы еще лучше все просто получалось. Просто собирать команды – это безделье, я вам просто так сразу скажу. Это значит, ты не хочешь ничего делать. У нас вот есть такие в паблике ребята, которые в комментариях пишут: «Соберу команду, сам ничего не умею, но соберу программистов». Чё, кого? Нет, стоп. А если ты педагог? Вот я, например, хотел бы собрать команду и учить эту команду. И потом, чтобы это Dream Team было. А я, как американский тренер, бы им в кепочке с кромки орал: «Ты давай, ты потому что покажи им, какие мужики в Айдахо у нас там». Вот это все. Ну, не знаю. Это получается так же, как с программированием. Один из 100% выстреливает. Вот один хороший менеджер и один хороший программист. Согласен. С этим сложно. Ну, как бы, как и все. Поэтому на завод можно сходить и вернуться как-то обратно в уютное вот это JavaScript-гнездышко. Ник Бомбалевич, второй пак, бомбит, давай. Давай, холивары. Сразу у него первая статья про холивары. Такая небольшая, на самом деле, заметочка. От Дышев... Я боюсь... Дышевченко. Кто такой Д? Я не знаю, Дмитрий? Наверное, или Дамир. Ладно, окей. Дышевченко.biz пишет нам. Не нам, а на самом деле он в 2013 году еще, когда мы не родились, написал про то, что вот... Оказывается, холивары – показатель незрелости разработчика. Тут у него написано «зрелости», а на самом деле не «зрелости». Я вам просто спойлер. А, вот дерьмо. Я-то думал, все-таки, ну, вы поняли. Не-не-не. Тут суть в том, что он говорит, что я, говорит, вот к хабру, как и мы с тобой, в принципе, относится так, он достаточно скептически. Говорит, все хорошо, есть 5% комментариев к статьям. А там статьи достаточно дельные бывают, да? Но 5% комментариев – это, в принципе, о существу что-то там говорят. Но 95% это махровые холивары, как он их называет. И в основном... Ну, просто говно, будем откровенно. Я просто прочитирую. С классическим переходом на личности и использованием чуток завуалированных матерных слов. Ну и он говорит, что суть, говорит, не в том, что вот... Не в том, что просто там вот такое дерьмо творится. А суть в том, что люди, у них фокус теряется. То есть они обсуждают не проблему уже конкретно, да? Не какие-то решения, может быть, высказывают свои. И говорят: вот смотри, а у меня вот так сделано, а у меня вот так сделано. Не так, не, никто так не делает никогда. В холиварах начинается конкретно холивар какой-нибудь вот за и против. Вот как он здесь приводит. C++, call, Java рулит. Интересно, какой-нибудь из этих слов является завуалированным матерным? Например, Java. Да. Emacs крут, а твой Vim говно. MSVS рвет ваш Xcode, как тузик грелку. Linux для нищебродов, а Mac для тупых мажоров. Классика, вот. Классика наших холиваров под нашими постами. Да. Он говорит, что нахрена люди, там, программисты, да, так называемые,
углубляются в инструменты, углубляются вот свои предпочтения какие-то. А понятно почему, потому что легче об этом разговаривать. Потому что у тебя уже какая-то есть хрень, о которой ты можешь поспорить, типа. Но у тебя нет никакого решения сделано на этой хрени. То есть, если ты попросишь сказать, ну окей, ладно, Java говно, C++ рулит, ну покажи на C++, что ты сделал, а я сделал на Java то же самое. Ну, то есть... Или сделай сам и на том, и на другом, и объясни, почему что говно. Тот, ты, скорее всего, уже статью на Хабре напишешь, конечно, и не будешь сраться в комментах. Да, и это будет совсем другой опыт, другой экспириенс. Наши подписчики, уважаемые, внимание, это мы уже высказываем свое мнение. Это мы не читаем статью, это уже наше мнение, да. Этого нет в статье. Да, вот, да, собственно, все, об этом вся история. Статья, небольшая вот эта замечка, и Дэ Шевченко в то время никто не написал, никто даже не захаливарил с ним. Да, ноль комментариев. Возможно, да, они испугались ярлыков, которые на них повесят, что они халиварщики. Да. Но просто на самом деле мне понравилось, как говорить об инструментах легко, вывод. А результат их использования значительно труднее. Именно поэтому в жизни каждого разработчика должен, в скобках рано или поздно, настать такой момент, когда он сфокусируется именно на плодах своего труда, а не на языках, технологиях, парадигмах и тому подобное. Когда это происходит, программист становится взрослым. Вот о зрелости как раз, вот оно. Пишите нам в комментариях, вы уже стали взрослым, как программист, или еще нет? Или нас... Linux говно, а macOS рулит. А Dota 2 рулит. Не, а другой вопрос. У нас есть из этого пака Ника Бомбалевич и еще какая-то про Ajax? Есть. Дизайнера в будущем дизайне была. Но мы ее не стали обсуждать, потому что она большая и скучная. А про Ajax? Как, да, про Ajax будет. Как впечатлить на собеседовании, это ответ Васи, я так понимаю. Стоп, не Васи, кто до Васи писал? Там, где чувак про собеседование, как спрашивать. Черт, я забыл. Ну, короче, вы поняли. Там есть об этом. Я все потерял. Нашел. Про Ajax. Про Ajax не тут было, походу. Идем дальше, видимо, про Ajax дальше. Дальше, да. Денис прокомментировал. Ребят, расскажите про то, как вы любите drum and bass. И несколько скобочек, к чему бы это. На самом деле, я написал поговорим. Давай, Никита, ты первый. Как ты любишь drum and bass? Как ты drum and bass это как бы архаичная музыка, которую уже пора похоронить, поэтому я ненавижу. Все, кто любит все, кто слушает drum and bass, козлы. И drum and bass говно. То есть ты всех наших подписчиков тоже под это подписал? Да, не, drum and bass это на самом деле... Drum and bass кал, а чё рулит? Не, без прикола, без приколов. Drum and bass это уже можно расценивать как музыку, как кантри. Вот без приколов. То есть кантри это музыка какого-то поколения. То есть нельзя сейчас сказать, что кантри... Не, есть современная кантри, без приколов. Но она в основном нас отсылает к тому времени, когда кантри было актуально. Во-первых, отсылает. Во-вторых, даже современная кантри все равно слушают те самые 50-60-летние дядьки. Да, и я. А drum and bass, слушают люди, которые вот те самые в таких очках, вот знаешь, которые как у Нео были. Но которые еще в 80-х рейвились. Это нас немножко тоже отсылает. То есть я ничего не говорю, есть и современный drum and bass, и, может быть, с какими-то новыми приемами, возможно, с дабстеп какими-нибудь приемами. Даже уже не с дабстеп, а уже бигрум, хренум. Да, бигрум, хренум, хаос просто обычный, который всегда почему-то жил и все еще живет. Ну, это обычное диско, потому что такое, как бы, я не знаю, я возможно, быдлю, но хаос он всегда жил, по-моему. Да, да. Вот, поэтому drum and bass это тоже отсылочка такая к тому времени, которое я, в принципе, люблю. Матрица это классный фильм, вообще все это классно. Это тоже такой программистский какой-то дух. Просто Матрица это брейкбит еще тогда был. Да, брейкбит. То есть там и drum and bass, и брейкбит. И брейкбит я, например, лично я люблю больше, чем drum and bass. Почему же мы ставим drum and bass на подложку нашего подкаста? Потому что он задает ритм. Я вот именно. Он задает ритм и не несет смысловой нагрузки никакой. Он просто... Потому что под дабстеп было бы очень... Он смысловую нагрузку дает. Он просто, да. А drum and bass нет. Поэтому, на самом деле, после того, как мы записали про Warcraft, я чуть ли не подумываю попробовать не подложить один раз. Да, да. Без музыки. Посмотрим, как получится. Под кулера бы. Не, просто... лучше без звука, вообще без нас. Просто. Да, согласен. Просто drum and bass ставить и нормально. Просто еще drum and bass. Я каждый раз прикладываю Abducted Records или как-то так. Их drum and bass подкаст, он регулярно каждый раз есть. Я просто не парюсь, каждый раз новый выпуск у них скачиваю и подкладываю. То есть тут еще вопрос доступности drum and bass для меня. Ну да. Вот и все. Спасибо, Денис, за комментарий. Сергей прокомментировал. Дизайн дизайном, а как контент защищать? Где защищать? Где защищать? Че он несет, я не понимаю. Это очередные друзья Михаила. Свидетели Михаила. Ну просто нет, я понимаю, что возможно он имеет в виду, чтобы не воровали контент, не перепостивали сайты, которые хавают RSS-ленту и себя запостивают, и у него тиц воруют. У Сергея лично. Слушай, если у тебя тиц есть, Сергей, приходи нам тиц, покажи фотографию в BLS, плиз. Да.
Лисовский прокомментировал. Статья 2005 года о том, как впервые появился термин «Аякс». Ух ты, интересно, отвечаю ему я. И, видимо, придется сказать. Да, я открываю ее в отдельной вкладке. Я открываю в отдельной вкладке. Так вот, «Аякс – A New Approach to Web Applications». Статья 2005 года на блоге adaptivepath.org. Так, отлично. И Джесси Джеймс Гарретт нам пишет, практически Джесси Линч из Killswitch Engage. Джесси Джеймс – это же какой-то был бандит знаменитый американский. Не знаю. Да. Нам он рассказывает о том, что типа, вот, представляете, у нас же сейчас почти все девайсы-то в веб ходят. Ну, кроме, говорит, айпода. 2005 год, я напоминаю, каждый раз проецируйте, это прикольно. И говорит, представьте, что можно же всякая куча прикольных взаимодействий делать и так далее. И вот у десктоперов так же просто все. Они типа обмениваются какими-то с библиотеками своими асинхронные и так далее. Нам бы вот такую же гибкость в вебе, говорит. Представьте, говорит, вот этот пробой, это пропуск, пустота, гэп. Я просто сейчас в голове промпт включил и первые три значения проговорил. Пустота подойдет, да. Пустота заполняется. Представьте, говорит, вот сейчас есть такие супер новые ультратехнологии, как Google Suggest и Google Maps. Google Suggest — это вот этот выпадающий поиск в Гугле, который мы уже воспринимаем как данность. Они же, говорит, работают-то прям это, без, сразу, мгновенно и асинхронно. То есть вы печатаете, а оно там заново отправляет и вам показывает тут и так далее. Это, говорит, два примера нового крутого подхода к веб-приложениям. Называется Ajax. Нихрена. Слушай, мне даже нравится. Возможно, надо это постоянной рубрикой ввести, старые статьи. Ну, еще бы их находить каждый раз где-то, но да. Как, кто там нам предложил ее? Лисовский. Еще предлагаю. Лисовский. У тебя поди машина времени есть. Да, если у тебя... Аудиокассеты. Если да, то предлагаю, если найдешь. Так вот, Ajax расшифровывается как Asynchronous JavaScript plus XML. Отлично. Асинхронный JavaScript плюс XML. Я думаю, детки-то и не знали. Ну, мне кажется, те, кто читал Flanagan на JavaScript, там про это целый... Ой, не дай бог, они не слушают нас, я думаю. Скорее всего, эти люди уже ничего не слушают в этой жизни, да. Они свидетели Михаила просто еще все, мне кажется. Так вот, и Ajax — это на самом деле не одна технология, это целый стек технологий, как сейчас модно говорить. Тогда раньше говорили не стек технологий, а несколько технологий. Ну так скучно, сейчас же стек у нас. Ну так вот, ну короче говоря, XHTML, CSS все передается с помощью XML через отдельный Ajax-движок. Половым путем практически. Да. И JavaScript это все связывает между собой. И здесь у нас картиночки, классическая Web Application Model, когда HTTP request отправляет на веб-сервер и возвращается HTML, CSS, data. Это классический, например, переход по ссылкам. То есть так. У нас каждая ссылка, это HTTP request по новому адресу, нам показывается. А Ajax... У нас не HTTP request улетает на сервер, а мы делаем JavaScript call, звоночек по JavaScript. Ajax Engine у нас формирует HTTP request, у нас на user interface ничего не переключается. И этот HTTP request также берет с сервера, причем не обязательно с веб, иногда веб-сервер, иногда XML сервер. И такие бывали в 2005-м. Да и сейчас есть, на самом деле, API-ха мы теперь это называем. Теперь здесь еще кроме XML сервера есть еще JSON сервер. О, да. То есть, которая REST API нам отдает не XML data, а JSON data. Программирование на JSON. Да, знаменитое. А возвращается уже точно так же HTML и CSS data, но уже тоже посредством JavaScript, посредством Ajax-движка на клиенте. Сейчас-то мы это все знаем уже с вами. Наверное, не понаслышке. Даже кто там написал неделю назад про то, что его на собеседовании попросили сырым Ajax-ом написать без jQuery? Sleep and code, да. Sleep and code, это ты что-то уже... Марка газировки. Sleep and code. Или у Red Bull такой слоган. И sleep rave repeat, ну. Ну так вот. И короче говоря, он-то теперь тоже уже знает, скорее всего, все это. И ну просто здесь нам показывают, что на самом деле UI... У нас пользовательская активность не прерывается на запросы, мы не, когда прыгаем по ссылкам. Все идет seamless, как по-русски сказать, незаметно. И все запросы прилетают. Ну, короче, теперь-то мы все с вами понимаем. Без перезагрузок страниц работают, прилетают данные, отдаются обратно. Oh, yeah. Да, а на самом деле Ajax — это сейчас самая хорошая практика. Если, не дай бог, вы там, где Ajax надо было использовать, использовали перезагрузку страницы, а это по UX вообще говно. То вы прям so 90s. Вы... Звонили 90-е и просили вернуть их UX. Вы все еще по рации звоните, действительно, куда-нибудь, допустим.
прием. Да. Ну и короче, да, moving forward, они здесь говорят, что прям будет прикольно. Дело даже не в технических каких-то возможностях, а просто, говорит, нам надо всем передумать UX. Короче, там они еще привыкали только к этому. Я знаешь, что я рад? Что эта технология выжила и даже очень сильно. Ну вот я, то, что очень сильно, я не рад. Потому что у нас сейчас настолько много изоморфных приложений на React и Angular, которые нам не статику отдают, а которые сразу, не статику, которая на ноде там экспрессом генерируется, отдают, а сначала у нас пустая страница, ее индексируют поисковики, вот эти пустые страницы, и только потом JavaScript-ом что-нибудь дособирается. Вот это вот мне не нравится теперь. Используйте это с умом только для каких-то взаимодействий. Не надо всю страницу Аяксом формировать, потому что вы так хотите. Согласен. Это bad practice. Егор прокомментировал. Привет, предлагаю обсудить Theme Forest площадку, та самая ходовая тема. Это та самая ходовая. Там самая ходовая тема. Это продажа тем для WordPress. Да ладно. У меня почему-то сложилось впечатление, что вы хорошо знакомы с этой темой как таковой. Думаю, есть о чем поговорить и не на один подкаст, по моему мнению. Ну да, там, короче, можно да, продавать. Не, ну прикинь, еще про них разговаривают два подкаста, три. Я очень хочу, чтобы мне вот эти морды вот эти засаленные... Envato? Да, в рубашках, блин, чтобы они мне денег... Кадиллак, чтобы мне не купили, тогда поговорим. Ну, короче говоря, это площадка, да, и там можно продавать темки. Да, это уже, знаешь, про них можно шутить, как про Гейба Ньюэлла, что они уже там просто зажрались и деньги только хотят. Ну да, да. Ну там реально, это уже просто бизнес, без приколов. Но да, там можно продавать темки, и там, на самом деле... Сильный же подход к тому, что верифицируют твою темку, чтобы она продавалась у них в маркете. Да блин, не такой сильный. Они уже кого попало по объявлениям там берут. И многие темки, это на самом деле среди крутых разработчиков Theme Forest это уже ругательство. Это значит, что у тебя уже будет супер универсальный шаблон, который грузит 150 скриптов. Да, кстати. Ну и короче, все из этого вытекает. Да, есть и минусы. Мы на самом деле обсуждали, поэтому не об этом сейчас. Евгений прокомментировал. Вдруг не обсуждалось немного о производительности анимации. Когда-то расшаривали в паблике, отличная статья. Ну правда, HTML5 Rocks 2013 год, это прям so outdated, что просто я даже не представляю. Но прикольно. Да. Сегодня много тем, на самом деле, вы нам предложили. Большое спасибо. Старый пакистанец. Опять. Продолжай. Привет, ребята. Есть идея использовать нейросеть в разработке сайтов. Нейросеть. Конкретнее на SEO и на дизайне. Как думаете, насколько болен мозг, чтобы генерировать такое? Видимо, у самого пакистанца. Я пишу, мозг нормален, надо пробовать. Ты практически его диагностировал. Да, да. Ну, подожди, нейросеть к разработке. Ну, самообучающая нейросеть, которая дизайн. В зависимости от того, как юзеры себя на сайте ведут, их дизайн твой подстраивается под я них. Я боюсь, какая вырастет там хер. Там просто член вырастет. Я представляю, что если на какую-то кнопку много жмут, она увеличивается. И просто одна большая кнопка будет. Да, 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 да. Ну вот какие-то такие. Это прикольно, но я не представляю, как это реализовывать. Я с помощью Аякс, скорее всего, я отправлять на нейросеть. Что она с SEO сделает с вашим, если она будет думать еще? Будут одни заголовки и стронги везде. О, это страшно. Ладно, хорошо. Денис прокомментировал. У нас много сегодня Денисов. Возможно, это один и тот же. Статья. Самое главное, а погиб бы, когда Денис отвечал Денису. Это реально круто было. Пишите фамилии, не стремайтесь. Ну или просто ник, возможно, какой-нибудь. Никнейм. Да. Статья в раздел «Космос». В следующий раз обсудим. Обязательно. В следующий раз у нас, скорее всего, не Блиц-подкаст. Хотя посмотрим на ваше поведение. Вообще, пишите нам свои мысли про этот формат новый для нас, да, для вас. Да. Николай Завичнюк прокомментировал. Нравится обсуждение всяких статей и вбросов. Держите еще одну. Ну, там про React, и там как-то глубоко. Я даже не уверен, что в следующий раз обсудим, поэтому дальше идем. Тимур. Сейчас приготовьтесь, будет long read. Спасибо огромное за ваши труды. Слушаю ваши подкасты с самого первого выпуска. Отличная подача материала, много полезного открываю для себя в каждом из них. Спасибо. Сам давно занимаюсь 2D-3D концепт-дизайном для фильмов и игр. И казалось бы, что мог... Что бы я мог вот забыть в веб-разработке? Однако ваша рубрика «Дизайн» помогает решить множество проблем, даже в моей сфере, не говоря уже о мотивирующих темах, а-ля «Подними задницу и делай что-нибудь», после которых я за неделю могу выполнить месячный план. Месяный. Спасибо. Спасибо. А теперь ближе к делу. Так случилось, что хорошая знакомая попросила... Меня состряпать для нее лендинг. Это как Windows установить. Визитку. Дабы доверяет моему визионерству, да и в целом не хочет тратить денег. Вот это уже ближе к истине. Это ближе, да. Заказывая... Ну, я надеюсь, что тебе перепало, чувак. Заказывая у сторонних профи. Хотел спросить у вас, ментор, практически ментов.
У вас менторов. Что подойдет вот такой? Менторовские войны. Представляешь, такой сериал? Менторовские войны. Так вот, что же подойдет под это дело? Лично я не против более углубленно изучать основы программирования. Ведь, как завещал великий Эйнштейн, учитесь программировать. Че? Он завещал, да? Ну, тут немного соврал, я шла о построении алгоритма математической зависимости. Я просто знаком с Эйнштейном, он мне не говорил такого. Надо в следующий раз сразу говорить, как завещал великий Эйнштейн, используя WordPress. Вот, ну, почему бы и нет-то? Это мы сейчас ему так ответим. Независимо от того, чем вы занимаетесь вообще, дабы расширять свой кругозор и нестандартный подход к решению любых задач, особенно со знакомой. Так что фреймворки, где press X to win, to create веб-сайт, вот как, давай спросим, как он зачеркивание сделал? Да, как ты зачеркивание сделал? Я думаю, так Dell, давай посмотрим в сурсах, я пока посмотрю, а ты давай. Однако и к чрезмерному хардкору тоже пока не готов. Вообще нужна золотая середина. Это же интересно, если есть среда, в которой можно строить макеты сайта. Да. Значит, это можно сделать в Photoshop. Однако есть ли специализированные решения? Наткнулся на Adobe Muse, но помнится, в одном из подкастов вы негативно к нему относились. В общем, выручайте. С уважением, ваш верный подписчик. На самом деле, знаешь что? Он как-то вроде не хочет сильно легкое, но тянется к Adobe Muse. Ну, как бы... Во-первых, тег S использовал, что переводится как страйк, зачеркнуть и как забастовка еще. Ну, мой внутренний промпт мне подсказал просто еще вариант. Отлично. И бить. Ну, так вот. Не, подожди. Давай так. То есть, чувак не хочет делать сайт на Ruby, да? Да, видимо, на Ruby и на C++ писать не хочет. Ну, он же знает, какой ответ-то будет. Он же... Я просто даже не знаю, это надо произносить, вот это слово сейчас. На чем делать? Я думаю, надо. Во-первых, WordPress. А во-вторых, он же лишь визионер. То есть он-то с азов. В чем макет сделать? Наверное, в Photoshop или в скетче. Или скачать готовый шаблон HTML-ный и натянуть его на WordPress. Не, просто я боюсь, что если ты ни разу не делал дизайн для сайта, и ты сразу с нуля сядешь, ты вообще сделаешь непонятно что. Согласен. Лучше взять какие-то готовые решения и адаптировать их для знакомой. Да. Но на WordPress, естественно. Конечно. Какие ей подойдут? Под ее глаза, возможно. Undefined прокомментировал. Хай, Undefined это они вообще ничего не оставляют? Или он просто так написал? Я думаю, он специально так написал. У нас это required? Обязательно, да. Хай, пожалуйста, заливайте на SoundCloud новый подкаст. Смотри, как вот он легко тебя подловил. Вот прям ты на него сакцентировал внимание. Он сейчас, блин. Оставить можно либо на отдельный канал, увы, да, архайв. Либо в плейлисты разные распределить. Короче, нам все хотят, чтобы мы заливали на кучу third-party хрени. Я боюсь, что мы, пацаны, так докатимся, что мы будем скоро заливать просто лично на сайт Undefined, лично Денису, Вове в тапках. Вове в тапках обязательно, я ему два выпуска сразу залью. Вот. После его комментария. Ну, господа, серьезно, мы и так уже льем везде, и просто уже можно везде достать. Я могу так сказать, Patreon, вот будет такая штука. Вот одна вам из идей. Да. Если мы будем собирать $100 на каждое видео, то мы готовы его на SoundCloud. Даже видео готовы на SoundCloud заливать. Отлично. Вова в тапках прокомментировал. Long read. Ребят, заранее извините за этот комментарий, но подкаст 91, это прошлое, я вам напомню, лично мне показался очень скучным. Не из-за подачи, а из-за выбранных вами тем. Понравилось лишь несколько статей, плюс, как обычно, комментарии к подкасту. А ведь я вас слушаю и смотрю с 27-29 подкаста. И это еще ни разу не разочаровался до этого. Да и подкасты стали по 2,5 часа вместо 30 минут, как это было в первых ваших выпусках. За это время нужно так распределять темы, чтобы удерживать целевую аудиторию. Это довольно странно, не могу понять, что изменилось. Знаю. Изменилась целевая аудитория. Раньше это были просто люди, а теперь это Вова в тапках. Знаю, комментарий крайне неконструктивный. Я бы даже сказал деструктивный. Но попробуйте выбирать темы либо повеселее, либо с большим упором на техническую часть. Ибо сейчас сплошные очевидные вещи, вроде «хочешь работать с JS? Устройся JS Junior». Или «хочешь быть хорошим программистом? Не зацикливайся на чем-то одном, а знай всю предметную область. Хороший, плохой, злой JS». По скриптам, вы молодцы, делаете трудную работу на протяжении уже 2-3 лет. Продолжайте совершенствоваться. Ввести предложение к подкастам было правильным решением. Добавило интерактива, больше эмоций. Так безэмоционально сидели. Также хотел бы поздравить вас с преодолением рубежа в 20 тысяч подписчиков. Кстати, да, у нас 20 тысяч подписчиков. Ура! Желаю вам творческих успехов. Спасибо. Какие теперь же успехи-то после этого комментария? Да, ну мы вот блиц-подкаст, ради тебя, Вов. Вот серьезно. Да. Прям подкаст имени Вовы в тапках. Не дай бог. Вот, не дай бог тебе не понравится. Не дай бог меньше, чем Яровая соберет.
О, я даже боюсь представить, что будет. Не будем записывать вообще, пока ты Вов не задонатишь. Ну так вот, Sleep and Code прокомментировал. Сплин Code. Все, я запомнил. Группа Сплин и Code. Все нормально. Привет, ребят. Спасибо, что верите в своих подписчиков. Желайте им удачи в трудные минуты. По поводу вашего предложения о повторении фундаментальных знаний, принял к сведению. Сразу порешал задачи, которые мне предложили HTML Academy, и объяснил их смысл. Ни хрена, он прям на гитхабе запилил репозиторий, где объяснил смысл. У меня, правда, непосещенная ссылка, но это я, конечно, почистил специально для твоих ссылок. Конечно, я понимаю, что ваш канал больше по веб-дизайну, основам UX, однако казалось бы, что... Хотелось бы, чтобы вы давали своим подписчикам и домашнее задание по программированию. Patreon, короче, будет такая штука. Уже многие склонны именно послушать больше по разработке. И это было бы своего рода творческим развитием вашей аудитории. Например, для себя я собираю... Для себя я собираю задания с курсов собеседования и стараюсь их разобрать. Написать теоретические выкладки, затем я публикую все это дело в свой репозиторий. Задачи по программированию. Было бы круто, если бы у вас был бы репозиторий или сообщество UI-дизайн на GitHub, куда товарищи выкладывали для этого сообщества решения задач. Ой, я думаю, у нас такие все лентяи, ничего никто выкладывать не будет, ну да ладно. Тем самым все бы мы... А мы плохо верим. Смотри, он нам, знаешь, за что спасибо в самом начале сказал? Спасибо за то, что верите в своих подписчиков, желаете им удачи в среднем. То есть он как-то это... Мы-то не верим на самом деле. Ладно, не, я согласен. Я не верю... Я верю, знаешь, в единичных людей, как Сплин Коуд. Вот, Sleeping Code. Вот. Остальные, на самом деле, очень много у нас вот таких людей, как в таблице. Например, задаваемые только на PHP. Короче, да, о каких задачах речь? Например, на PHP, в JavaScript. Потом как пойдет. Даже задание создать такой запрос, который выбрал бы из таблицы все записи, просто по MySQL он хочет, по ходу, задания. На собеседованиях будет приятен узнать. Окей. В общем, эти все предложения сегодня я бы хотел рассмотреть с вами, ребята. А что вы думаете по поводу разработчиков в 20, 30, 40, 50 лет? Простите, если вопрос банален и ответы есть на любом форуме, однако давайте посмотрим на это с другой стороны. Сейчас из прошлого комментария к подкасту известно, что я устроился на работу фронтенд-разработчиком. Мы историю Сплин Коуда каждый раз знаем, я не могу, как сериал уже. Компания? Знаешь, как в конце этого «До свидания, спокойной ночи, малыши», там мультик показывают. И вот у нас мультик про Сплин Коуда каждый подкаст. Охренеть можно, я сейчас действительно... Так вот, компания оказалась довольно серьезной. Прямой партнер Wimble.com, Билайн. Задачи оказались тоже серьезными. Тут с меня потребовали знания и умения юнит-тестирования, понимаю архитектуры и правила разработки ПО по МакКоннеллу. Опа, по МакКоннехи. Что самое интересное, на мою позицию было 30 кандидатов. Я так и не понял, почему выбрали именно меня, но не суть. Они посмотрели... Потому что мы в тебя верим. Что да, что ты комментишь и все. Сам я разработчик, получается, в 20 лет из всего... Из всего, что придумали в программировании за 40-50 лет в реальной практике, я мало что применял. Да и, может, не всегда особо и понимал. Даже те понятия TDD, Tower Defense. Зря ты там признаешься прям в подкасте. Сейчас тебя послушают работодатели. Звоним белком. По факту. Только из книжек определения не знаю. Но нужны ли они фронтенд разработчику? Я думаю, что знаешь... Если только из книжек. Так это охренеть, что круто, что ты книжки читаешь. Я думаю, что Сплин Коуд, он просто может взять и решить проблему. Вот такие люди нужны всегда. Неважно, что... Сплин Коуд, он скромничает. Он знает, на самом деле, все до хрена. А да. Ну, я как бы вообще так да. не знаю ничего. Ты, главное, чтобы так с девочками себя не вел. Так вот, опять же, для меня это было... А, про Криса Койера. Хоть Крис Койер твердит, что на наших плечах, ну, на его-то плечах, да, понимать все и вся. У него на плечах что только не поместится. Опять же, для меня это было не сутью. Главное, если не знаешь, быстрее гугли и старайся понять. Тут параллельно в нашей компании возникла проблема. Нужен бэкэнд-разработчик. Все остальные сотрудники компании заняты своими проектами. Нашей же команде не хватало именно разработчика, знающего Java. Кстати, интересный момент. Всяким компаниям типа Яндекса никогда не потребуется PHP-разработчик, ибо бэкэнд пишется на более надежных платформах, если мы говорим о корпоративном секторе. Наша компания долго... Pornhub на PHP написан. Да. Наша компания долгое время пыталась найти такого разработчика, при этом не жмотили, предлагали 80 тысяч в месяц, но в Москве хорошие Java-разработчики на расхват и давно забиты. 80 тысяч в Москве? Маловато. Тут пришла одна женщина, ей 30 лет. Знает Java, никогда не училась ни в каком айтишном вузе, самоучка, изучала Java в 28 лет. Получила сертификат Coursera, видимо, на по данному направлению. До этого была бухгалтером. Ну, это какая-то с 1С пришла тетенька, да? Ее сразу взяли, и она, представьте, вполне решала задачи. Я говорю, нужен тот человек, который решает задачи. Просто сроки горели. Компании нужен разработчик, ну вот и нашли.
Что было бы, если бы мы были бы PHP-разработчиками в 30 лет с такой же историей? Я вам скажу, мой друг до этого работал в МГУ Ломоносова, ну, так называемым инженером по специальности. А по факту тупо ходил, краски заправлял. Да Windows плюс, знаем такие, знаем. Сам он когда-то окончил МГТУ имени Баумана, инженер-физик. То есть чувак, видимо, с башкой, но просто сисадмином работал. Сейчас ему 30... Даже не сисадмином, а вот теми самыми, вот, которые... Ну почему? Ну это сисадмин. Ну да, да. Сейчас ему 32 года, с 30 лет решил параллельно учить веб-программирование. По книжке выучил PHP. Тут по сокращению его уволили из МГУ, пошел искать работу PHP-разработчиком. Но мало того, что на эту специальность еще больше кандидатов, чем на фронтенд, так еще больше предпочтения дают молодым, чтобы им точно можно было меньше платить. Так это когда классно. Такие люди нужны, то в эти компании лучше не идти. Согласен. То есть как бы это... Че толку горевать, что ты не можешь, там, я не знаю, бухнуть с бомжом? Зачем вообще бухнуть с бомжом? Я не знаю, почему у меня именно этот пример. Пока он работу так и не нашел. В то время как та женщина, выучившая в Java, получила работу сразу, как она мне рассказала. Получается, когда мы уже в возрасте, нужно правильно определиться с выбором, или это зависит от других факторов. Вот что делать ребятам, которые захотели стать программистами в 40-50? По мнению моего руководителя, если вы стали разработчиком в 50 лет, то максимум... 20. В 20 лет, да все уже. То максимум к 35 годам вы должны уже вести свой проект или быть руководителем проектов в целой компании. А какой рост может быть у людей в 30 или 40 лет? Я понимаю, но не все могут вести бизнес. Однако тот же Евгений Попов, даже не будучи выдающимся программистом, хорошо себе проживает в Таиланде с женой и детьми на вилле. Но тут я только аплодирую такой личности, ибо тренер не обязательно должен играть лучше игрока, которого тренируют. В итоге я дико извиняюсь, что написал очень много, но какой вывод? Ну что ты извиняешь, нормально. Но какой вывод вы можете сделать из всего сказанного и к чему можно прийти? Спасибо. Никита, ты первый. Хотя, ладно, давайте передохну. Давай, дам тебе давай, передохнуть. Да. А я скажу, что, во-первых, всегда имеет такое место, тьфу, такая хрень имеет место как случай. Может быть, Евгению Попову повезло, я понятия не имею. А как тетеньке 30-летней повезло, ты представляешь? Она Java разочек трогала. Так нет, ну ей-то не повезло. Она если сертификат коучера получила, то, видимо, это тоже не хрен собачий. Я, правда, не знаю тоже, что это за сертификат, но да. Поэтому неважно в сущности, почему PHP-разработчики уже все забиты. Просто потому, что они были нужнее, и на них уже нашли место. Есть те, которым платят до хрена, и не гнушаются. И... Не, я просто знаю ответ, на самом деле. А, ну давай. То есть, грубо говоря, вот ты в 20 лет. Он говорит, он просто говорит, что нужно знать программистам в 40-50. Если ты, вот как, допустим, Splint Code, с 20 лет программируешь, то к 40-50 ты будешь себе представление иметь, что такое Python, что такое Java, все вообще обо всем, я уверен. Потому что к 50 годам ты уже попробуешь до хрена всего. Ну, типа. Если ты будешь, так скажем, участным и будешь реально ну, пробовать. Ну, а какой ты программист неучастный, ну серьезно. То есть, если ты уже выбрал это все равно, что я не знаю, я выберу играть, я к 40-50 столько наиграю, чтобы охренеть. Ну, в общем, да, 10 тысяч часов надо потратить на любой да. навык, и тогда ты его будешь знать и уметь. Нет, так. А тут другой вопрос, смотри. Допустим, мне сейчас 40, и я такой говорю, все. Мать, я больше на заводе не работаю, как как чуваку мы советовали. А я сейчас наоборот пойду программистом. И что мне в 40 лет выбрать, чтобы просто обеспечить свою семью, которая живет? Так нельзя решать, потому что у тебя уже... Вот знаешь, есть такое модное понятие, у него база хорошая. А что значит база? А база это и есть те самые часы, которые он уже проделал какую-то работу. Uh-huh. То есть вот хочешь, не хочешь, а у меня сейчас уже хорошая база по программированию. Uh-huh. И мне уже этим по-любому будет проще заниматься, чем чуваку в 40 лет. Я думаю, что сейчас тебе проще, например, просто взять питон, чем с нуля брать питон, понимаешь? Конечно, чем в 40 лет. Возраст точно не имеет значения, потому что доказано уже давно, что мозг в возрасте намного лучше схватывает знания, если хочет. Ключевое здесь, если хочет, чем в детстве. Потому что в детстве у тебя еще гормоны, хреноны, тебе как бы еще хочется то, это. Угу. Сразу вспоминается знакомая, лендинг, да, вот это все. Да, спасибо большое за комментарии, отличные. Я бы, если мог, действительно, я бы мультик показывал по этому, по всему. Действительно, спасибо за комментарии. У нас, кстати, блиц-подкаст, поэтому мы должны очень быстро оставшиеся. И мы заканчиваем. Артем прокомментировал. Ку! Статейка по теории цвета. Как что правильно называть и как правильно использовать. Ну, собственно, разбирали, ты говоришь спасибо. Лисовский продолжает комментировать. Может, не актуально, но он продолжает неактуальные статьи с 2016 года. Нормально, это еще актуально. Чувак, спасибо. Ну, такое. Причем самое главное, что июль 29-е. Это практически позавчера. Да, тут последний очень хороший комментарий. Я даже очень рад, что мы к ним подошли. Привет. С утра посмотрел, частично послушал. Не сказал бы, что фанат WoW, но сам играл с первого Warcraft. Я напоминаю, ссылка в описании про то, как мы рассказываем про Warcraft часочек.
Во все части дошел до Вова, потом работа, дизайн, верстка, не до игр. Порадовал подкаст. Все же слушать про работу, разбавили, в общем, спасибо. Еще знаете что, ребят? Все круто делаете, нравятся темы, но без хочушек не обойтись. Я чуть не прочитал без хохлушек. Я тоже это, да. Было бы круто, если бы был подкаст про вас. Я, может, где-то что-то упустил, но было бы интересно узнать. Почему вы любите ВП? Почему вообще стали заниматься подкастами? Чем сами занимаетесь? Чего хотите? И бла-бла-бла. Сами развиваетесь. Продублирую в UV-дизайн, то есть сюда. Может, кому-то тоже было бы интересно, как и мне. Так что комментарии, ответы на комментарии от вас, это круто. Ну, про меня есть подкаст. У меня прям вот мое имя сгорит, как ссылочка. Там в описании.ру, и там есть кнопочка подкаст. Так что там есть. А про Никиту просите. Да, про меня, наверное, на Твиттере можно подписаться. Да. Да. У нас наши Твиттеры всегда есть в описании, да, к Ютубу, поэтому смотрите. Коколокомоко прокомментировал. Просто кинул нам ссылочку. Оп, как палку. Да. И мы, как и на палку, отвечаем, интересно, но нет. Отлично. Степан Ще прокомментировал. Между прочим, последний завершающий блиц-подкаст-комментарий. У меня только что произошел аха-момент. Для подкаста, может, не очень, но меня некоторые вещи конкретно впечатлили. Мы на следующий раз это оставим, потому что, да, там реально прикольно, имеет смысл. Спасибо большое всем, опять же. Да, всем большое спасибо. Давай, Никита, обсудим обойку. Обойка, как я понимаю, это какая-то такая станция с кофе, практически с кофемашиной и с надписью, такой, как бы, который кофе on the go. Ну да, видимо. Судя по тому, что освещение реально как будто одно дневное, просто, ну, очень яркое, светло. Здесь очень легко, на самом деле, найти наш подкаст. Собственно, вся вот эта хренотень, весь прилавок — это наш подкаст. И люди подходят как за кружкой кофе, как за чашечкой. Они взбадриваются нашим подкастом и уходят. Я думал, что наш подкаст — это самый дорогой здесь напиток за 3,80 фунтов. Acid Rain with Bust. Это какой-то кислотный дождь. А я думал, у нас он моча, мокко. Моча, да, 330 миллилитров тоже есть. Вивид, яркая причем моча. Но нет, это, по мнению Вовы, в тапках наш подкаст. А на самом-то деле, ну, все-таки Acid Rain, кислотный дождь. Да, отлично. Так что да, подписывайтесь на нас во всех соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке. Посмотрите про Warcraft, плиз. Да, обязательно посмотрите про Warcraft. Обязательно пишите нам, что еще на сайте, куда закинуть, что еще добавить, какие-нибудь опросы, я не знаю, там всякое такое, что вам в голову приходит. Подписывайтесь на нас в Твиттерах, на нас с Никитой, я имею в виду. Угу. Ну и да, с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня, пока.